Оператор? Что, Сереж? Ты уже снимаешь? Ну, конечно, снимаю. Лёшка, так красиво. Ты что? Да шикардос такой, ребята, всем такие привет из Одессы, мамы. Ай, мама дорогая, молдаванка, легендарное место, чтобы я тебе хотел сказать. Ты... А, ну да. Друзья, всем привет, с вами есть Клип Ван. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки, Марат дома. Рендануть не забудь, у тебя там есть. Бздынь. А, тихо, ёшкин кот, ты что? Эй, поехали. Доброго ранку. Доброго. Снимай быстрее, чтобы ничего не купили. Хотя, смотри, сколько людей, точно все раскупят. Я всегда, когда тут еду, уже начинаю нервничать. За что? О, вон там что-то красивое. Обалдеть, какая ваза. Слушай. Давай, быстро выходим. Не надо быстро, потому что можем сегодня снимать медленно, едем без денег. Ай-яй-яй, как красиво. Тут что-то на Москвидоне продают такое непонятное. Но очень интересное. Хотя, как и вся наша барахолка, да? Угу. Оно тебе вроде бы и не надо. А с другой стороны, как же тебе без этого жить? А кому-то надо. Да кому-то очень надо. И поторговать, и там это. Так, Геночка на базе. Гена, привет, мы тебя проезжаем, потому что сегодня едем сразу в одно место. Туда, поближе к тому удивительному человеку, у которого самые лучшие в Одессе самовары. Да? У которого чайник купили. Армен Джан, купил в Арты чайник? Сейчас пойдем узнаем. Вчера Арменчик звонит, говорит, Серега, ты что? Еду за чайником, за самоваром, за... Хотя Армен такой, что может и все забрать. Не, что-то нам оставит по-любому. Слушай, как хорошо и колоритно. А погода какая. Сегодня, слушай, много. Да люди оделись так красиво, повыходили. Все-таки... Прялочки, как это? Смотри. Фонари машут, машут. Здоровенькие были. Салют. Ты что? Увидели тебя, Сережка? Ага. Ты прям как это... Да я сегодня такую кепку одел и узнавая ему. Ёшкин ты кот, куда только всунуться? О, нашел место. И куда ж ты всунешься? Не знаю. Вот здесь можно? Я паркуюсь, можно? Как мудак называется. Да успокойся, ты, может, и не как мудак. Хотя тут двор. А двор этот, помнишь, самым красивым деревом? Давай я еще попробую где-то не как мудак стать. Не знаю, будут ли у тебя такие шансы. А ты вон прямо к этим самоварам подъезжай. Ну вот так хорошо. Если ты, ну, тут же проход. Въезды везде. О, самовар на месте. Ладно, сейчас паркуемся и придем к нему. Ты, вот... Блин, самоваров мало, точно Армен все купил. Вот же ж ешкин ты кот. Сереж, ну вот тут ты умеешь вот параллельно? А тихо, мне сзади бибикают, потому что я не тороплюсь. Вот место. Сейчас, вот. Родненький. А, тут Катя. Тут есть. А ну-ка выруби на паузу, да, я сейчас по-нормальному припаркуюсь. Давай. Бедняжка. О, ты приехали на барахолку, а она котов снимает. Кс-кс-кс. Васька. Лучше бы угостил. Вот дрочил, ничего себе. Надрочил себе там спину. Ай-яй-яй. Все, припарковались наконец-то. Катенька, иди я быстренько тебе. Даже не тебе, а сейчас всем людям такой себе, как это, маленький спойлер нашего похода. Да ты шо? Да ты весь багажник не показывай. Блин, Саня до сих пор не отправил. Тоже скоро вот. Прорастет у тебя. Ёшкин кот, так хорошо пророщенную посажу уже, как раз дело к весне. Что, самовар возьмем? А? Ну бери. Да шедевр такой, у него не хватает, короче, верхушки. Но сейчас будем договариваться на реставрацию. А потом заскочим до дяди Димы. Ого! Майван. Дядя Дима посмотрел, говорит, Серега, тиски каннолевые, елки-палки. Ну привези их, я тебе их, как это, новую жизнь дам, отреставрируют их. Что у меня еще есть? Марат попросил свой топорик. А что с ним надо? Отреставрировать? Я не знаю. Дядя Дима вас еще не нагнал сраной метлой, скажите? А я дяде Диме не говорил, что мы этот. Ну, так, а вот это вот... Дядя Дима, я вам подсказываю. Димочка? А вообще надо было рыцаря в первую очередь взять. Да успокойся, надо потихонечку начинать. Там с рыцарями надо поколупаться. Вот топор сделает, конечно, шедевр. Знаешь, что меня радует? Что, Сережа? Что дядя Дима увидит это видео позже. Чем мы к нему случимся. Так что мы после барахолки заскочим там в одно место. Так что, ребята, а хотя что я буду показывать на телефоне, заедете и сами все увидите. А у меня еще, смотри, что лежало. Ух ты. Катя, а что это? Это от того рыцаря. Ты знаешь, насколько он старый? Это серьезно от рыцаря? Что ты обалдеешь? Это? Да. Ну я не знаю. А где ты это взял? В дереве было. В каком дереве? Там, где рында. Не, это Саня Харьковский. Санечка, привет. Кондиционерщик наш. Mm. У себя нашел где-то там у бабушки, даже у какой-то на чердаке. Говорит, Серега, тебе надо? Я говорю, конечно же, вези.
Ты что, ну это шедевр. Тоже в реставрацию пойдет. Так, аккуратненько, он еще и острый. Да, дядя Дима. Тебя ждут удивительные... Самовар бери. Дела. Беру, закрываю и подались. Самовар огонь. Так, ну что, главное, чтобы мы договорились, чтобы он взял его на реставрацию. А то я уже хотел сказать, ребята, запомните его, какой он был. А, да. Да, идем к нему. А у него же, ты видишь, самые наполированные в Одессе, елки-палки. Сейчас идем к нему. Больше не макал. Закрыл машину? Ну, наверное. Ты что, это же Lexus, елки-палки. Ты что, забыла? Так, тут односторонний с той стороны. Бляхмух. Не ругайся. Ох, это надо уже туда идти. Ну ладно, давай сейчас идем. С самоваром подойдем. А погода? А вон стоит, что-то там читает, наверное, на комментарии отвечает. Там люди просили телефон. Сейчас попросим, может, даст. А если нет, ребята, запоминайте. Там люди все хотели такой чайник, Сережа. Как у нас? Угу. Ну приходите к нам, попьете чаю. Ага. Слышишь, может подменить? Взять наполированное, поставить такое, скажет, тю, забыл наполировать. И возьмет его с собой. А это, я... смотри, какой пузатый, красивый. Да, а? Это я вообще хотела шедевр такой. Какой-то. Здравствуйте, кто крайний? Дорогой бдахамух. Я же два чувака приходила. Здоровенькие были. Именно толстый бдахамух. Чайник? Я говорю, ребята, да. У него толстый, если что. Да. У вас там что-то выпало с багажника? Да. Да. Ёпарь, слушай. Самовар. Хорошая штука. Ага, короче, это наш? Да. Вот тот, что я говорил, без верхушки. Да, и что ты хочешь? Хочу, чтобы был похож на вот такое вот. А, ты хочешь, чтобы я тебе его сделал? Ну да, время, как это, с временем не тороплю, чисто, как это, договоримся. Носик не течет, все нормально, шикардос такой, внутри я его уже навел ему порядок. Да. Вон, смотри какой. Я понял. Мы вот чай сюда. С него пили. Я понял. Тебе надо только, чтобы он желтенький был такой. Ну, да? Хотелось бы, да. Потому что он был вот такой, я начал сам а себе... А он вообще сам по его... своей природе желтенький? Внутри он желтенький, да? Это ну, же напыление? Желтые, да. Все желтые. Все желтые. Конечно, почему желтые? Потому что это металл очень хорошо подается всяким деформациям. Да, и поэтому вот вижу... Мягенький. Да. Мягенький. Да. Его выдувать хорошо, работать с ним. В то время был модный никель, и покрывали их никель. Одни покрывали, одни не покрывали. Короче, значит так, Даха. Я с январь-февраль. Я где-то в середине февраля начну его делать. Без проблем. Катюня, у нас же есть чайник, спасибо тебе. Так что чай мы пьем с чайника. Да, я хочу тебе, ты же не в курсе, бдахамуха, каким макаром, бдаха, он такой красивый, толстый. Я тебе сейчас объясню. А ну, и ребята, идемте послушаем. Там много людей за чайниками пришли. Еще люди хотят... Нет, почему нет? Потому что это переходной чайник. Значит, запчасти... царского времени на складах были запчасти с того чайника. Угу. Ты понимаешь? Да. Заклепки отдельно, отдых, корпус отдельно. Собирался, короче, это, отдельно, да. Это царский чайник, отдыха. Ага. Ну, камняки, это же камняки. Ну да, чтобы они были, они, да. Они с этого склада отдыха, их собрали, отдыха, и сделали свой штамп. То есть это царский отдыха. Но клеймо советское, ага. Чтобы ты знал. И поэтому толстые. И поэтому они другие уже толстые таких чайников не получат. Ребята такие, извините, бананов не маю, елки-палки. И 40-х годов, и 50-х. Только тонкие. У меня сейчас дома есть тонкие. Ну, за полторы его заберут, я сделаю красивым, понятно. Ага. Но это не то. Ну, знаете, как это? Ну, собаки взял именно... Именно, я же сказал, хотели... Я не знаю, кому ты говорил, но приезжало два человека. Один на красной машине какой-то дорогой приехал. Хочу чайник. Армен, брат. И другой приезжал, хочу толстый чайник. Ребята, они в тонком нормальные. Ребята, не может быть. Это халява, это случайность. Такого очень мало бывает. Ну, вот тебе, значит, надо... Повезло. Повезло именно... А ты знаешь, как у меня фамилия? Халявин. Халявин Сергей Александрович. Поэтому мне по-любому должно было повезти, короче, ребята, такие я соответствую в полной программе. Да. И что прикольно, бдахамуха, там же как на ведрах, бдаха, я тебе показывал, боковинки. Склепанные. Они большие и толстые, бдаха. Угу. А потом они же манюсенькие, они же никакие, из-за клепочки выпадают. Ну, как есть, елки-палки, что ж ты, да. Пусть самовары берут, правильно? Конечно, самовары еще вкуснее, елки-палки. Поставил, кочегарнул. Значит, до 15 марта, бдаха, он будет сделанный. Что у тебя с короной? Нет, нема короны. Ее. Вот ее нема. Мы ее искали, у Майи Ивановны на чердаке не нашли. Корону отдыха. Если фартанет, так еще и поддончик какой-то под него, чтобы он именно был максимально у меня именно полноценный, да и все.
хорошо. Кровно я тебя найду под эту штукенцию. Все, по времени не торопим, чтобы он просто... Да. Где-то к 15-20 марта он будет готов. Хорошо. Почти на 8 марта, Сережка, понимаешь? Елки-палки, будет подарок. Да. По цене там денег немного будет. Да, сколько надо, столько есть, столько... Да, потому что работа, она должна того стоить, да. Потому что у меня... 3 самара уже стоит, надо будет сделать. Вот. Хорошо, я еще хотел поинтересоваться, там люди пишут в комментариях, чтобы ваши цифры дать. Можно дать номер телефона, и может кому-то по почте уедет этот замечательный чайник. Потому что там... А ну диктуй. Я наберу и позвоню тебе. Давай. Толстый чайник они хотят. А все хотят? Да, говорит. А я теперь всех зову в гости, будем пить толстого чая, елки-балки. Да, 3 пятерки. Раз, два, три. Серега Липован, делай вызов, и как тебя зовут? Артур. Все. 476. Сейчас пойдет. Все, есть, да. Отбой, да. Написано самовары. Все, пишу. Артур, самовары. Да. Так, добавить, создать новый. Катюня, иди всем же ж людям покажем, елки-палки. Ребята, запоминайте, записывайте цифры. Хотя я их в этот видео вошью. Так, 0,93. Видно? Ну, видно. 45, 10, 476. Артур, самовары. Все, ты шо? Заказывайте, и по почте уедут аж бегом. Будет только у тебя. Все, так я... Ну что, ну может попадется вам еще. Я и так один Липован в Одессе, елки-палки. Есть еще момент, да как, у меня, конечно, не в курсе, что каким самоваром боковые штучки, они немножко поменьше, да как. Они взяли почему-то, да как. Может быть, они закончились маленькие, на маленькие самовары. Да. Они взяли большой, и поэтому красота, да, что оно еще большое с боковой штуки. Ну да, она еще, кажется, вот такая широкая такая ручка у него интересная. Слушай, ну хорошо, так, а у тебя же был еще один чайник, ушел? Да, забрали. Забрали, да? Да, ну вот. Это я только их вот так делаю красиво. Да, ну, понятное дело. Я взять кусок Г и поставить на кухню, которая стоит 20 тысяч долларов, ты понимаешь? Согласен. Они говорят, в патине. Да и куда с этой патиной, да? Люди хотят красивенько, чистенько. Елки-палки, Катя, это прямо что-то именно... Не, а мне вот тот пузатый нравится. Какой? Вот тот пузатенький? Ну, какой-то он это такой. Он вообще прямо красавец, ты посмотри, на каких ножках именно. Да. Обалдеть. Всякие, да, хмоконожки. Да, ручечки такие. Канолевые. Ребята, кофеварки. Зачем вам чайник берите, кофеварки? 1911 год. Германия. 1911 год. Да. Сзади, ты что, смотри, сразу них... с комфоркой, со всеми читай делами. Сзади, читай сзади, вверху. По-немецки? Нет. А. Они сделали для царской России. Оть, М, шлеп, номер 10, что-то еще. Вверху читай, 1911 год. А, вижу, да, 911. Ну, все совпадает, еще и номер. Года 10 лет. И что, можно кофе варить, да? Это кофеварка, да. Да, Катюша? Да. Она вот так штучка открывается внутри. А мы что-то в тот раз показывали. Сутка, да, показывал. Да, сюда кофе засыпается. Открывается, засыпается кофе. Все, она его парит и делает. Да. Кофе что самое главное? Да. Прогнать эту... Нет, а что? Компания. Елки-палки. Извините, а я же за технологию сразу, елки-палки. Что, ну, а как это, мы пьем какой? Еврейский? С Израиля. Израильский. Очень вкусный. Компания, и турецкий вкусный. Ой. Катюня, тихо, твои башмаки. А, твои? Смотри, иди сюда, я тебе Росфедер взял. Да это мне не надо, это тебе надо. А что у меня что? Волос чем больше, чем у тебя? Не знаю, что там собираешься. Ты что? Смотри, все, что хочешь. Ты покажи. Смотри. Мои братья, салют. Лей, молдавские. Ножики, самовары, короче. А, гирьки какие хочешь. Да, и старые, слушай, а какое же оно? Время такое, да, непростое, что этот. Ого! Тяжелая какая. 913 год. Ё-моё, блин. Поэтому они не жалели. Вот, и где-то в кабинете, в каком-то серьезном эта штука стояла. Стояла, да. Бедному это не надо было. 100%. Деряшечку вытащили, досечку поставил. И нормально там. Да. Сколько стоит? Дедочку кинул 1000 гривен. Красивый. А вот, смотри, красавец. Сегодня забрали красивые вещи, Даха. Уже забрали, да? Корницу, да, и корницу забрали. Ой. Такая чаша была шикарная, да, ты не увидел ее. А я потому, что мы же пока... Шикарная была, я тебе передать не могу. Поляки до 1880 года. Вот такая большущая, с ручками, я отполировал. Это просто капец. За 3 штуки директор, мэр
Черноморска забрал. Ёлки-палки, ну ему нужнее, носите на здоровье. Катя, смотри. Я приехал именно к тебе, там говорил, да, именно вот туда. Не, наверное, подписан на наш канал, посмотрел и знает, куда ехать. Ему я здесь что не говорил, потому что многие смотрят с видео. Я не видел ничего, отдыха муха бежит, а говорит, мне толстый чайник дай. Так мы же там живем по соседству, ёлки-палки. Приезжайте на чай, да? Да, заезжайте на чай. Кроме тебя, ему никто этого не мог сказать. Да ты что? Только взял его в руки и начал кричать, толстый чайник, толстый чайник. Смотри. Илон Маск сейчас плачет, ёлки-палки. Это немцы в рюкзак. Не тот ты бластер придумал. 41-й год. А что это? 41-й год. Горелка. Да-да, там 250 грамм бензина заливаешь. Сюда бензин. Да. Накачиваешь, да, да, насосиком, да, поджег, да, короче, и погнал кабанчиков шмалить. Да, кабанчиков, там, да, не знаю, что там, еду курочку. Подогревали, ага. На мотоциклах картера. А, разогревали, потому что, да, да, очень, да, удобная, да, вещь. Да, да, он, слышь, компактный. Удобная, красивейшая. Да. Так, ну шедевр. Что, Катюша? Ну пошли, да. Мы можем, что? У нас есть час времени, я бы его и здесь провел. О, бинокль какой, ёшкин ты кот. Деревянный, что ли? Не деревянный. Не? Французский. Не деревянный, а французский, понятное дело. Французский. Слышишь? Хороший, это, как там, месье Паганель? У меня рука замерзла. Паганель мой. Как я, ничего сегодня? Та, новыми глазами. Еще хуже, елки-палки. Ее в бинокль нельзя рассматривать. Так, Артурчик, все, крепкого здоровья. Спасибо. Хорошего Нового года, мы хотим все счастливы. Эй, по-любому, все будет нормально. Кать, тудой, сюдой, куду. Тудой. Гай-гуй, поехали. Самовар оставил? Ну да. Да. В любое время. И кожаный плащ. Катюня, сумки, канистры, что надо? Ролики странно шат. Вон кости мне выбирай. Надо. Выбирай. Какие кости? Кости лежат, что не видишь, что ли? А, это я не видел. Да, я думал, что кости играть. Там карты, картишки, брошенными веером, да. Нарды, нардишки. Ну ты посмотри, а. А что смотреть? Здравствуйте, здрасте. Здравствуйте. Вы как всегда в теплом. Что, контарь никто не купил? Эй, пригодится кому-то по-любому. Опять бинокли, опять ножи. Ой, Катюня. Да, этот шедевр в руках потрогаю. Ёлки-палки, шо, это опять из мамонта какого-то. Тебе же мало, скажи мне. Катя, ножей много тебе не бывает. Уже столько, ну. Стрекой охотник. А как в руке сидит? У-у-у, огонь. Я так, чисто на удачу. Это вот сюда. Все вот так вот. О, Катюша? Да я тут ангелочков увидела, ты тут со своими подзорными трубами. Обалдеть, как хорошо видно. Может, я в этом лучше выгляжу? Так я тебя здесь вообще увидеть не могу. Иди, как? Беги туда на привоз, потому что он далеко снимает. Плюс 20, поняла? То есть там плюс 18, плюс 20, так что детям нельзя трогать, только взрослым, да. Что ты там увидела? Да вот ангелочков. Ну ладно. Пойду. А что, ну ладно, можешь потрогать? Ну, потрогала уже. Ну все, слава богу. Паровозики, штаны. Смотри, какие интересные дети. С мячиком, я такого никогда не видела. Видишь там? Куда? А, вот то? Ага. Максимка и наш хлопчик. Да. А это что это? Разные увеличительные стекла? Наверное. А что нам в них рассматривать? Ну, жениха своего? Не буду говорить, что мне пришло в голову. Слышь, снимай 70 гривен лишних, я парик бы себе купил. Большая энциклопедия знаний. Знаний? А ну, полистай, что там. А что ты думаешь, ты чего-то не знаешь? Просто интересно. Знаешь ли ты, что запасов угля при условии сохраняющего несуществующего уровня расхода хватит по грубым расчетам еще сколько примерно 200 стоит? Лет? А я не знаю. А почем книжка вот эта вот? Умная? 100? Что, тебе надо? Ну, возьми Елисею, пусть листает чего. Идешь, тебе надо будет... Ну, подклеим, ничего страшного. Почему 100? Потому что я там с Волгой скотчем надо. Понятно, надо подрестовировать. Давай деньги, пожалуйста. А у тебя нету 100 гривен? А вот ты что, обижаешь? У меня нету. Вот, возьмите, я к вам подойду. Опача, вот меняемся. Я вам. Все, спасибо огромное. Сдача на базу. Так, что еще? А водку взял? Сейчас взял. Я ее не вынимал, елки-палки. Какую? Та, что побольше, для книги? Давай, вот так вот начинается. Отлично. Что-то полезное. Подержи за карманчик.
Опача. Так, тихо. Да, ты неправильно держишь, отпусти. Да ну тебя, я пойду, хорошо? Иди, давай. Так. О, энциклопедия. Слышь, можно на облома Радика набрать, может, он тоже хотел. Хотя у него там рыбалка, ему сейчас не до нас, да. Чемпионаты по рыбалке выигрывает. Хоть тот рыбали, слушай, в нашей семье. Не, по-моему, у него вчера был уже турнир, заканчивался. По компьютеру. Там, кстати, кто-то мне, знаешь, что написали? А? Чтоб я купила тебе кожаные... О, смотри, какие красивые собаки. Я все равно в час уже хотела собирать. А что кожаные? Кожаные тапки. Чтоб ты достойно и прилично выглядел дома. В кожаных? Да. Кать, у нас же теплые полы, мне и босиком там приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Книга не надо? Хорошая. Энциклопедия. Чайника нет сегодня. Большая энциклопедия. Слушай. Что? Чтоб ты была здорова. Сиди здесь, я прибегу сейчас. Куда ты? Да я же посмотрел туда, куда надо, и увидел то, что у меня уже есть. Сиди, сейчас вернусь. А куда ты пошел? В машину. У меня у меня для тети Тани привет огромный. Что у него в голове? О, кошка залезла туда. Эх ты, что, счастье-то какое случилось, ё-мо. Где ты там? А, ты кота снимаешь? Ага. Катюня. Витя, привет. Да куда ты побежал? Сказать всем мамам, аж рот замерзает. Огромное спасибо. Ага. Это заехало вот от Тани. А-а-а. Чья дочка Наташа. Из Белгород-Днестровска. Ребята, спасибо. Ты посмотри, какая. А? Ты что, вот теперь... Как это? Помидоры в безопасности. Ёшкин ты кот. Короче, вчера ребята принесли в ресторан одну. Сегодня вот такая вот заехала. И ты еще говоришь, третья по почте. Ребята, ты что? И Майя Ивановна тоже тебе приготовила. И Майя Ивановна тоже будет? Да ты что, поближе к телу, буду с собой носить. А в другой карман надо банку 3-литровую с помидорами засунуть. Ты что, вот я за такие говорил, поняла? Кстати, они все чуть-чуть разные. Это же я увидел вот, ну да, все разные. Увидел поварешку? Да. Смотри, какие банки широкие. Короче, и нам, да, банки вообще интересные. И нам, и Марату, и маме, всем будет. А, Марат же на один претендовал. Как ты расстанешься, хочу на это посмотреть. Так перестань ты такой, здрасте. Здравствуйте. А ты куда собрался? Идем на угол. Вот, ты видишь, потихонечку начинает собираться, так что мы как обычно. Вот, тоже что-то старинное. Где? Куда смотреть? А тут все старинное. А я тарелочки для борща, что? А я бы вот хотела вот такие горшочки и в них посадить хризантемы. Вот те, которые Юра там присылал, которые ты прикопал пока что, понимаешь? Возьми, посади. Понятно. Ни в чем себе не отказывай. Здрасте, что уже, все? Собирались потихонечку? Нет, ноги мерзнут, мелочь. А, это да, сегодня прохладненько. Мороз. Ага. Прялки какие, видишь, интересные. Вот это вот редкие деревяшки. Это я помню. Кинзадза, насосик. Все, что хочешь. О, не хочешь поиграть в этот? В бочоночки вот эти вот. Лото называется. А, ну да. У нас есть дома. Можем поиграть. Катюнька, пошли быстренько сходим. А тебе отсюда не видно? Вот надо было купить ту подзорную трубу, елки-палки. Есть ли Наташа? Да, сейчас бы посмотрели, есть ли там Наташа. Не видно. Слышь, ну я сегодня как самый грамотный, елки-палки. С энциклопедией хожу. Ага. Поворачивай. О, смотри, собака хорошая. Малинуа? Да, это очень умная. Что, рога лежат там? Или забрали? Где, рога? На сдачу, да. Забрали, потому что хорошие рога были. Да. Ты думаешь, забрали, Сережка? Катюша, а я шо? Тебе хочу сказать, что снимай, мы же на барахолке, вот снимай барахло, елки-палки. А я расстроилась. Да ты ходишь как это, блин, что зевака? Снимаешь непонятно что. Фотоаппараты, ножи. О, хорошая вещь. Такая сеточка тоненькая.
Значит, они так и идут, значит, они не ставят. Ложки серебро-золотые, золото-серебрёные. То есть они идут, но становятся, что там у него там... Я хочу тут посмотреть, что тут так много людей смотрят. Я туда не лезу, потому что... А потому что тут что-то интересное. Я начинаю ревновать. Вот. Спасибо. Все? Пилка лобзиковая. Что-то за рында интересная. Или это лейка? А, не рында, слышишь? И вот такая. Ох, это яркая. Это вообще шедевр. Слушай, у меня это была вот такая маленькая, только больше. В Хилье где-то осталось. Ой-ой-ой. Слышишь, прямо маленькая сестра той моей рынды. Шикарный звук. И что, почем этот звук? 300 рублей. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здоровенькие были. Хрусталь, Катюш, смотри какой. Прямо с графином. Ты что, ведро для льда? А? Без щипцов, ступка. Все, что хочешь. О. Трубки Марат курил раньше когда-то. Что, это бляха на ремень? Еще один французский. О, чашечки какие симпатичные. Ух ты, что. Ну, есть у меня, это охотничьи называются. Что там? Тоже 741 года. Да. Огонь какие старинные. А если их много? Да ладно. А белоснежка есть? Нет. Гномы. А ну покеш. Нет, с собой нет. А почем они? Не сезон еще. А так, как бы один стоит. А он, смотри, гитары и часы там внутри, бач. Что, Сереж? Я говорю, гитары и часы там. Дома у меня нет. А что у него? Внутри. А вон тут будильник секунд наверху. А? С ластой в подарок сразу. Под городой. Их всего семеро, они все разные. Это обзор. Видишь, люди какие? Что? Ну, понятное дело, что 7 гномов, Сереженька. И одна белоснежка. Слушай, неужели ну, забрали рога? Ж... А? Ну да, а что с тобой, баловаться будут или что? Серьезно? Все? Шукай другие, да. Картина не интересует? Расписная. Ты представляешь, это гобелен. Это же кто-то. А что это значит? Ну, это же руками ткань. Вышивали. Ткань. Ну, не знаю, как насчет руками. Сделано идеально. За это даже. Ребята, я на газордатке. Габелен, габелен. А вот, смотри, какой стульчик газовый. Когда, я в этом когда... ничего не понимаю. А что тебе понимать? Это когда холодно, поджигаешь кресло, и садишься. Кресло, стол, я понимаю. Ух ты шо. Вот нам не хватает вот два такие кресла с Маратом. А мне кажется, что журнального столика нам не хватает. Не-не, нам с Маратом хватит два кресла. Не, ну тут всегда шедевры стоят. Просто. Боже мой, какой стол. Ох, елки-палки. Ты шо, толщина? Есть. Катя. А, тоже толстый. Это толще, чем ну, у меня, елки-палки. Дубовый, что ты хочешь. А шо, почем такой? Примерно. Такой 1000 баксов. 100, я 600. Понял. Я думал дороже, но на самом деле шедевр. Бесподобный стол. Я такой толщины. Они обычно фальшем идут, знаешь? Угу. Толстая, а внутри ныряет. А это именно вся столешница. Тяжелый, да? Да ты шо? Шо ты, мотоцикл себе выбираешь? Угу. Трехколяска, елки-палки. Обалдеть. Ступка огонь, смотри, какая. О, Катя, это то, что тебе нравится, смотри. А? Бабах-трах-бах. Боженечки. Скорее всего, пианино. Вот здесь. А, вот такое, да? Да. А сразу под него карманчик вставляется и... Да, да, скорее всего, у них такие были по бокам. Да, да. Такие подсветки. Вот ты помнишь тарахтелку эту? Угу. Барабанщик. Да, я помню, класс. Ага. Сейчас. А слышишь, как хорошо и тихо? И только так голоса переплетаются. Ух, елки-палки, коллекция какая. Какие хочешь. А тут иногда, когда тепло? Играет, да. Да, играют. Угу. Так приятно. Слышишь, с нашей плиткой мне надо не кожаные эти тапочки, а вот такие вот коньки. Ты что, я там скользить буду?
Огунчики, огунчики такие, знаешь? Да, да, да. О, лампадка, я что-то алюминиевую не припомню такую. Вон, видишь, какая красивая лампа? Лампа. Ну, лампа. Керосиновая. А что ж такое, Наташи нету? Уехала за товаром, все. Думаешь? Слышь, мы что, опять к собакам идем? Не, уже на собаку. О, какие рукомойники зачетные, елки-палки. Где ты видишь? Сколько хожу, такой не попадался. Где? Хотя у нас лучшие. А вон, вон чайник. Смотри. Огонь. А чайник не толстый? Какой? Вот этот вот? Тихо, тихо, не пали контору. Толстый. А ну возьми. Тишу. Серьезно? Ты видишь? Ну да, а что, почем ваш чайник? Ага. Бери. А ну-то подожди ты. А что, у тебя день есть? А дадите потрогать его. Обязательно. Чтобы тут сейчас Ван Дамма не включал, сейчас тут расстелюсь. Нет, это... Ждите гостей. Так. Вот, благодарю, трогаю. Так, я вам должен ключ дать. Что это, 3,5 литра? Тула, 50 г, что? Ну, у нас другой. Другой? Да. 50-й год, так у тебя 22-й, а это ну, 50-й. Ну да, 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 не, он отличается кардинально, видишь, и клепками. Не, этот на самом деле очень тоненький. Да? Бачишь, да. Да, он другой. Извините, у нас толще. Ну, хороший, слушай, в любом случае хороший. Красавчик. Ну, его надо там. Ну да, доделать. Натереть. Все. Слушай, ну подержи меня за ногу, я сейчас так вот аккуратненько выкачусь. Дай-ка его сейчас аккуратненько вот так вот. Опля. Все. Красавчик. А рукомойнички в какую цену? 300-400 гривен. А, даже не буду спрашивать, где какой, вижу. Все, с крышечками. Не, ну у меня есть два, для счастья хватит. Один в ресторане, другой дома. О, тисочки. Уже у не тебя надо. Уже тоже уже, есть. Уже Сережа, не надо, да, Богу. Не надо. Здрасте, конечно, можно с удовольствием. Я уже один раз сфоткалась. Смотрите. Улыбайся, Сергей. Ты что, это накрашено? А это видео или мы фотографируемся? А, елки-палки, бомби. Не мигал у меня губы. Катя, я у тебя такой красивый, что этот? Что Бельмондо, не... вот это да. Шикардос? Блин, подождите. Все, а, так... Это не... Ладно, это уже будет по-другому. Шмаляй потом куда-нибудь, да, на фотографию потом добавляй. Портрет. О, о, тут нормально, а то там красивый? Этот прямо какой-то... Огонь. Все, дуже дякую. Все, хорошая машина. Классная. Песня, елки-палки. А мы сейчас на такой ездили. Эх ты. Ну, даст Бог, еще поездим. А что вы с ним готовили? А сегодня еще пока ничего не готовили. А завтра хотим гуся приготовить в тыкве. О, проговорился, елки ты палки. Нет, вчера мы плов готовили, но его съели. Уха я свежая, так что. Спасибо, давай. Будьте здоровенькие, все, до свидания. Ты что? Сережа, чтоб ты был здоров. А я себя и не узнал там у нее. Она да? сразу в Инстаграм, да, мадам снимала, да, там у меня губы накрашены, весь такой вот прикоцанный, ресницы у меня, ты что, именно, что я тебе говорю. А за что? С удовольствием, конечно, давай, шмаляй. Ты что, вот это мы нарвались, бомби со всех сторон. Давай, оператор. Шикардос. Все, ребята, крепкого здоровья. Спасибо. О, не чайник, но там, если что, есть за 1000 гривен, но не такой, как у меня, потому что, как оказалось, у меня один толстый. А это хочу стать умнее, купил себе энциклопедию, елки-палки. А что я все, хожу с чайником, да с чайником. Взаимно. Не знаю, поможет ли. Эх ты. Да, второй стакан бесплатный. Да ты что, будешь пить бесплатный кофе? Чай она будет. Да, кофе взяли, второй стакан. Все, я буду кофе пить, а она бесплатно. А она чай. А ей стакан бесплатно? А ей просто стакан, да, бесплатно. Акция. Не, она будет чай, я кофе. А тебе стакан бесплатно? Нет, стакан себе оставь, а нам два за деньги делай вкусно. Мне что-нибудь кофе с молоком? Кофе да. С коньяком делай. Не, я за рулем с молоком. С молоком, да. С коньяком. Я бы с коньяком бы сделал. Да, я бы такой что и выпил бы, но я приехал себе на машине, а не пешком. А котик что будет? А ей кофе или чай? Котик, ты что будешь? 40 гривен, наверное. А может дороже, я не знаю, спросите у людей, там я же не в курсе. Я даже не знаю, почем кофе. Почем кофе, люди спрашивают. Кофе 15, а с молоком 20 гривен. 20 гривен, да. Ну ты давай ищи деньги.
Ну и память у тебя, конечно. Запомнила, что сдачу я забрал? Елки ты палки. Нет, ты не запомнила, просто что так, ты... Так, и чай, сколько мы вам будем должны всего? Чай 15, да? Все. А чай еще черный, зеленый, фруктовый. Какой, какой ты будешь, зеленый? Черный. Черный, говорит. Зеленый. Ох, тебя сегодня размотало, елки-палки. И ложечку сахара. Добрый. Молока. Та ты что? Марат, ты посмотри, какой подстаканник, у тебя такого нет. Но, ты бачишь? Уже сколько люди просят поменять. Ты что? Бабушки до гражданского мне еще взял вот это. Но сейчас бабушки уже нету, и 3 года. 97 лет бабка прожила. И за 3 года, 3-4 нет уже. Царство небесное, да. Это еще до гражданского войны. Да видно, что таких, бабушки, таких даже просят, на барахолке нет. Просят поменять, поменять. Говорю, нету, нету. Это сколько ей лет уже. Угу. Бесценный. Если я уже сколько, около 30 лет хожу, чай, кофе продаю. Вот здесь по барахолочке, да? Я на привозе хожу, а это здесь. А так на пенсии. Да с Бог и на привозе встретимся, мы и там снимаем, так что. А то пенсии полуярок, проживешь на одной пенсии. Да-да, такое. Я просто на группе. Ага. Ну что, вам крепкого здоровья, так что. Все. И вот так. А эту штуковину сколько лет, и все вот так. Ну нормально, ну порядочек. Еще беляшей бы вам сюда, вторую тачку с беляшами, да, тогда да, будут руки заняты. Все, стаканчик мне сюда на стол кидайте, а я сейчас... Чаек кучу, черный. Все, и, чай, и черный чаечек. А, вкуснячий. Катя, твое здоровье. Так, холодно чай. Сегодня, как мороз прямо сумасшедший. Да, будьте здоровы. Не, один сахар. Не, я один, а то у него слипнется, да. Ложка с воськом, вот так, полторы почти. Вот это нормально, да. Да я вообще без сахара пью, это так уже. А вода нужна? Нужна. А что, пакетик с сахаром погрызть, это же вообще удивительное мероприятие. Ой, Серёж. Ты что? Ты будешь нести два стакана. Два стакана? Да. Эх ты. Ну а как? Да, любовь моя. Вово, я твой чай в авоське понесу. Договорились. Все будет нормально. И чай очень крепкий, хороший. Там минутку постоит, да. Все. Очень... Да не, сильно так не надо, а то спать не будет. Все, ага. Вам спасибо огромное. Та сдачи не надо вам не пригодиться. Подожди. Оставьте, я просто спасибо от души. Кстати, перемочек положить? Нет, благодарю. Все, вот так вот и пойдем. Все, вам будьте здоровенькие, до свидания. Эх ты, Катюня, нагрузила меня. Паузу сделаем. Чай попьем. Какую? Чайную? Рекламную? Да, или нет? Да ходи снимай, ешкин ты кот, ты что? Ну пусть чуть-чуть остынет, да? Ты же сейчас как посмотришь на время и срочно скажешь, нам опять надо бежать. О, сколько игрушек. Ну или сейка. Они просили им что-нибудь прикупить, но... Сынок. А вон там эти... Запоминаю у то место. Что-то... О, его солдатики, да. Солдафончики. Ай-яй-яй. Приятного аппетита. А почем солдафоны у тебя вот? Команда. Которые? А вот те три штуки. 700 гривен каждая. Понял. Нет, ручная не работа. Да, Алисейка, тебе не сюда, там в другом месте пошукаем. Слышишь, ну какой же ажиотаж пошел на эти черные толстые чайники, обалдеть. Ну а что ж ты хочешь? Понравилось, ну, людям. Что, куда смотреть? Бабушка Эйнштейна, а он? Я видела ее в прошлый раз, ее принесли. Красивая, бабушка Эйнштейна, не? Ну, похоже очень. Ну да, вот так вот сразу, что первое в голову пришло, я ж такой, что долго не думаю, хотя купил себе энциклопедию, может, начну потихоньку думать, да. Согласен, тогда я тогда, если начну думать, я говорить перестану. А сколько это? Ох ты, что красивое. Страшилище. 600 гривен, с подставочкой. А, понятно. Рюк. Да? Катюня, это коллекционные. Ну, понятно, ну. Попе дырочка, вот, ага. На палочке. Понятно. Ага. А, они тут все с дырочкой в попе, да? Не все. Только рюк. Только рюк дырявый, а все остальные... А это же бог смерти. А, ну туда ему и дорога, да. Пишет, все правильно. Ай-яй-яй. Это аниме японское. Не надо нам такой, да? Не, ну красивые. Ну красивые, согласна, что красивые. Может, вот аниме смотрят? Это добрые. Это все добрые. Рассекающие демонов. Ух, ё-моё, сейчас мы наслушаемся, так и поедем домой аниме смотреть. Ой, картина какая с медведями, смотри. А вот та желтая. Какая? Посмотри на желтую. Обалдеть. Покупал в Конго, Порт Нуа. А я только хотел сказать, они там все на Занзибаре вот как накурятся, короче, и потом начинают красиво рисовать. Что они там рисуют? Мы тоже там были. Масло. У них такая фантазия сумасшедшая. Чем ее можно переворачивать, как хочешь. Как угодно. 90 градусов, но стало лучше. И со всех сторон красивая. Кать, ты подойди, ты людям покажи эти шедевры, елки-палки, ты что? Вот. Она у меня с галереей плохо дружит, ну будем как это, натягивать будем. Смотри, он муж гейша есть.
Где? А он стоит. С зонтиком стоит, ждет ее после работы. Слышишь, это прям такое что-то... Ты зря. Шо-шо? Это прямо ткань. А никто не говорил, что она простая? Это прям какая-то... 56-й год, китайская аппликация. Ручная. Красиво очень. И одежда дисквайер у него, видишь? Не трогай руками. Да я не трогаю. Не трогаю. Ну. Где вас так напугали? Ох, какой красавец. Он, видишь, вот так вот делает. Ага. Ну, Катюня, если что, зонтик у меня такой есть. Помнишь, на барахолке купили? Да. В чайный домик мы с тобой собирались повесить. Да, ну ничего. Все, поехали домик строить. А там все, что для чая, мы уже знаем, где покупить. А, тем более, что уже и чай у меня есть. Слышь, ты будешь петь, или я только буду себе ладошки греть? Так ты же мне не даешь. Вот из Мексики, мексиканская. А, вот это вот? А, смотри, какой только у нее этот. Чехол только какой грамотный. Или как это? Какой-то Уго Санчес. Ага. Красиво. Это Хуарес обрат по-любому. И рама мексиканская. Да, да. Сколько стоит? $100. Да, для такого шедевра ты что? Это масло. Тут только за рамку можно больше брать, а с картины это вообще огонь. Я за 150. А зачем вам кто-то много? Давай. Бей, давай все. Правильно. А маме? Так, дай мне попить чай, возьми у меня. А, я уже твой чай пью потихонечку. Слышишь, сделай паузу. Давай, оператор. Так сделала паузу или нет? Да не сделала. Катюня, бачки и подсвечники, смотри. Феликс такой у нас есть. Сотку за пару хотят. Мне нравятся они. Ну не надо они нам. Почему, Сережа? Ух, елки ты палки, что хочешь. Смотри. Мама дорогая. Какие-то хорошие. Тут на самом деле только вот так вот присел на корточки сюда, и здесь полчаса проколупался в одном месте. На собачек сегодня не идем? Ой. Слушай, а это не идем, потому что оттуда больно потом уходить. А это не те ребята с тарелками? А я не знаю. А то там все... Нет, это не они. А ну стой, подожди, стой, машины. Хочешь, иди подойди, узнаем. По-моему, это не они. Или они? Нет, тарелки красивые, но это не те. Ой, супер. Здравствуйте. Какие. Здрасте. Добрый день. Ты бачишь? Интересные, но не те. Слышишь, а где эта штука хоть? Поварёшку ты не потерял свою? Ты шо? Смотри, посуда похожа, как нам моя Ивановна показывала, да? Всякие супники интересные. Ох, а тяжелый какой. Кто это? Немцы, африканцы, японцы? Немцы. Немцы. Катя, смотри, прямо чашечку белую видел. Под твои губы, елки ты палки. Какая файная. Угу. А что, почем эта чашечка? 250 гривен чашка. И все или все разные? Тройки 500 гривен. А это 250. Шикарный вид. Что ты сейчас смотришь? Да просто смотрю, ну красиво что. А? Ну посмотрела? Угу. А вон смотри, ай-яй-яй. Кто, девочка? Да нет, за девочками там, под яйца. Пашотницы эти. Ну нет, ты знаешь, это просто тарелка. Или где ты пашотницу видишь? Катюня. А-а-а. Ты поняла? Вот то. Тихо, ну не стань на шедевр. Обойди. Все, теперь поняла. Да? А мы тарелки у вас разобрали? Блин, а где они, елки-палки? А где ваша мадам? Ваша не греется? Нет. Если что... Поехали. За теми тарелками? Блин. А есть еще тарелки с этими цветами? Девочка была, которая меня искала все время. Ага. Я второй раз туда приехал. Все, а я смотрю, вы, потому что вы там стояли, мы у вас тарелки купили, потом приехали домой, поняли, а что ж мы так мало купили, потом приехали она сюда, а вас уже не было. Блин, я тебя поздравляю, обалдеть. А Катюня на eBay заказала, долго ехали, ну доехали. Так у нас, сколько у нас теперь их там, 5 всего? Ну я бы еще взяла, ты видишь, как мы поздно. Становись в очередь, бери номер телефона. Да привезут еще когда-нибудь будут, да? Ну, если будет, конечно. Все, так что? Она тоже сегодня оставила, говорит, если будет? Да, если будет, то... Блин, ну все-таки сколько ж ходила? Полгода, наверное, елки-палки? Всю зиму с осени. И нашла.
Понятно. Мне вот это нравится, тоже красивое. Кать, вот ты когда... Что? Суп научишься готовить, тогда и купим. А чё суп? Суп это больше, наверное, ну вот это вот... Ну да, 100%. Не, печенье, да я бы такой, что и голубцов туда бы вот это так аккуратненько положил бы, не знаю, там мититей каких-то там именно котлеточек, бабах, а отсюда так открываешь, там пюрешкой пахнет, ляп себе две оттуда, все, шедевр. Ты что, а компот можно и из бутылки попить. Ну что, вашей мадам крепкого здоровья, так что будем дальше ходить. Так телефон возьми. Нас... Ну так выключи телефон, а то сейчас мы дадим телефон и потом... Ну я не могу выключить. Да я шучу. Ну все? Да. Взяла телефон? Да. Спасибо большое. До свидания. Большое. Чтоб тарелок побольше везли в следующий раз. Чтоб на всю Одессу хватило. Ага. Так, Катюня. Слышь, ну времени много нет. Идем аккуратненько. Вот так вот пройдем. Как пойдем? Налево сейчас или так прямо? Так как угодно, идем как угодно. Тут как не ходи. А, о, здравствуйте, салют, шаломчик. Так, все, вы уже все опять сворачиваетесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сюда приходим. Надо хоть раз прийти, когда люди раскладываются. А со скольки вообще барахолка начинается? Со скольки? С девяти, да? Да, 10 народ появляется. Все, час на разложиться, короче, чуть-чуть. Погрелся, поговорил где-то что-то. Да, поговорил. Продал, не продал, и опять собираешься. Носочки есть, самолетики. Тут, как всегда, все полезное. Рыбалка. О, мне Витаутас такую фотографию прислал. Я чуть в обморок не упал. Что? Слышишь, судака на 7 килограмм поймал. Вот такой лежит, красавец в ванной. Ты что, вот рыбак. Бинокль. Смотри, Милане, какие. А? Да не, ну. Да что ты нукаешь, натуральная кожа, да? Ё-моё, ты что? Так это что, дочь Гардемарина будет? Ты посмотри, какие красивые. Как? Серёжа, я не хочу. Я тебе говорю, хотя бы посмотри. Ну, я посмотрела. Ну, точно посмотрела? Ну, все. Ты что, это уги с них начали хорошо делать? Хорошо. Почем такие? 50, Катюша, ёшкин ты кот. Да, блин, даже меньше, ёшкин кот. Пол пачки сигарет. Да она у меня не курит, поэтому и не дружит с нормальной обувью. Вот же ж. Катюня. Воспитание, дрессировка и разведение служебных собак. Бачки какие красивые. Да, мне тоже нравятся такие. Да. Так, тут надо идти так аккуратно, чтобы ничего не профукать. О, давай себе качалку купим. Сереж. Катя, а что ты, он... Скажи мне, у нас... Что у нас? Банка с вишней, елки-палки, ага, есть. От тети Наташи приехала. Телефон звонит. Тебе звонит? Да. Фу, ты можешь к работе относиться серьезно или нет? Что, поговорила? Да, серьезно. Карася заказывают? Да. Плов хотели? Плов хотели, плов закончился, но сказала, что карась еще имеется. Что, ну камушки нам не надо, Сереженька. Да тебе, может, ты что, для себя видео снимаешь, а для людей снимаешь. А люди разные смотрят, кому камни, кому самовар, а кому и без чайника хорошо жить. Ну что ты как это? Ну, согласна, снимай все подряд, елки-палки. А тут ты всегда меня только снимаешь. Как будто я бы все тобой увидела. Любуюсь, никак не налюбуюсь, понимаешь? Так я же как будто бы только увидела, елки-палки. Так а мне бы, каждый день в удовольствие. Могла бы уже и привыкнуть. Ну, нет? Если привыкла, то может быть уже бы и... Благовониями это от тебя запахло? Нет, это там девочки. Я подумал, может, феромоны твои так пахнут? И... Тебе бы пора уже знать, как мои феромоны пахнут. Ну, пару раз доводилось. Вот о чем ты мне интересно знать, а? Кать, ты посмотри, какая Одесса красивая. Вот так вот, иди медленно красиво снимай. Посмотри, какая улица легендарная. Елки-палки, сколько тут башмаков было стоптано, а? Шедевр. А не красота. Ты что, мамочка у нас самая красивая. Во всем цельном свете. Прямо это, как на той посуде дорогой. Патина времени, паутина времени, во-во-во-во-во. Тут каждая трещина, это что-то значит. Так оно и есть.
Ага. Ну, опять подсвечники. Ты что, меня специально водишь там, где? Не, вот там, те мне понравились, ты знаешь? Которые у ребят сейчас были. Какие? Вот та вот пара? Угу. Ты что, да. там 800 какой-то год без тысячи. О, ты на свете не хочешь лего купиться? Ты уже собранная. Нет, не хочу. А ну скажи мне, что вот это вот такое? Это долбило, когда... В ручку? Ну да. А ну подними, посмотри. Правильно? Это же когда кто-то в гости пришел, и ты молоточком бам-бам-бам? Это же оно? Возьми в ручки, посмотри. Катюня. Да что, Сереженька? Да что ты как это, мне же надо на шпагат тут садиться. Ух, тяжелая какая. Одевайся, выходи. Что? Тебя кони эти привлекли или что? Просто интересно. А ну, отпусти. А, так это рука еще. Подними и отпусти. Переверни. Тебе не стыдно мной командовать? Нет, абсолютно. Постеснялась бы хоть на людях, елки-палки. Ой, шикардос. Ночь несчастных. Что это? Какая-то книжечка. Клад саблезубых. Так, это я поправлю. Что еще интересное? А что там внутри? А, это этот? Кофемолка. Перечница, кофемолка? Да. Интересно. О, с икой. Бульбулятор интересный. Люлька. А книжка сколько стоит? Возьми. Я тебе, да, ты можешь чуть-чуть помолчать, чтобы я тебе хоть что-то приятное сделал когда-то? Возьмите, пожалуйста. Опа. Слышь, ну я сегодня у меня авоська именно сильно грамотная. А сколько это стучалочка? Будешь мне перед сном? Шо-шо? Стучалочка. Сколько? А стучалка почем это? Это поставили на продажу, 1500. Ага. Нижняя вот та вот 400. Не, а то я не хочу. Вот это? У него глаз алмаз, елки-палки. Знает, что она хочет. А ну, Сереженька, иди сюда, я просто в перчатках. Возьми вот этого старичка, которого там сидит. Вон, видишь? Вот, вот тот? Да, посмотрите. Что это? Точно старичок? Ну, я не знаю. Дед щукарь. А, щукарь, тихий, ты понял? Был. Ага. Курильщик. Гипс? Да, это гипсовый. Угу. Ему вставляли сигарету, поджигали, и он курил. И сидел. Серьезно? Да. Вот же отверстие у него есть, видите? А-а-а, ты представляешь? Такие сигареты, они были сделаны целлулоид. Сверху обмотан был папирусной бумагой. Ага. И тлело себе аккуратненько, да? Да, их вставляешь. Чуть-чуть подпалил и потушил. И он как будто кольца пускал. Класс. И она тлелась этим. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Слушай, вот вы сейчас рассказываете, где-то я это припоминаю из памяти. Вот откуда это? И казаки были, там куча их было всяких разных. Это дед Щукарь. Интересный. Ох, а вилка какая древняя. Смотри. Походная. Закончились вот эти сигареты, так я сидел сам. Из линейки, из целлулоидной линейки, из советской. Накручивали. Это то, что Елисей все время из шариков хочет, да, сделать? Не, ну то есть там роговушки раньше были вот такие вот линейки. Линейка целлулоидная, делали дымучки. Да, 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 роговушки, да. Рохи вот так вот трешь, воняйся, расчески раньше были вот такие вот, да. Спасибо большое. Все. Теннисные шарики, да. Да, да, вот теннисные шарики. Сейчас не такие, а старые до сих пор те еще пахнут. Смотри, как в мгновение ока. Раз. Ты думаешь? И уже прозрачно. Ну ты посмотри, все, как активник. Раз. Магнитофон японский, две штуки. Или какой-то импортный, да? Три штуки. Портсигар. Туда-сюда. Ну, какие фотоаппараты у человека интересные. Ну, так жди домой посиди, Ваха. 30 минут, и я у тебя буду. Понятно. Да, Ваха. О, видишь, как
затачивают. И оно не забивается. Это просто рукой. А тут, как всегда, шедевры не заканчиваются. Полет фантазия. Шо, Кать, помчались? Который час? Или... Ну, без 20. Здрасте. Здрасте. Шо, не... как сегодня? Поторговали чуть-чуть? Ручная работа, если что. Как у меня. Эх ты. Катюня. О, Алена. О, Аленочка. Здравствуйте. Здрасте. Замерзли? Да. Шо, а я думал, вы вяжете. А, там собака. А, ничего себе, ёшкин. Что такое? Смотри, в шапке. Ёшкин кот. Она сегодня с вами? Нет, мы пришли поддержать и... чуть-чуть. И тут видел меня. А можно с вами сфотографировать? Конечно, можно, да, да, да. Без меня, пожалуйста. С удовольствием, давайте. С удовольствием. Ты сейчас поставила не то, ну, то ли мультикадр поставила. Аж шмаляйте как надо, да. Сейчас. У меня муж? На полчаса. Греетесь. Все, мужу огромный привет. Спасибо, он смотрит постоянно ваши пусть передачи. Пусть смотрит и будет нам здоровенький. Глазом, а он всегда. Молодец. А как, ну, купили что-то умное, мне энциклопедию, Кате что-то почитать. Да, было время. До свиданечка, спасибо, до свидания. Такая люстра красивая, слушай. Ай-яй-яй, какая именно? А вот та? Угу. Катя, там у нас же есть такие две, ну елки ты палки. У нас уже комнаты закончились, а она хочет. Да, посмотри, какие люстры, посмотри сюда. Здравствуйте. Вот здравствуйте. Это вот, здрасте, о, привет. Заринки были. Это ты бачишь, керосин, какое? Керосинки, да? Прямо изящество, елки-палки. Ты что, это же вообще такая редкость. Латунные уже ушли, бачишь? Возле слона. Ага. Красиво. Халуя не хочешь себе этого? Какого? Жука. Ага. Так, вот такого разуваться. А мы ж смотрели такого с тобой. Да. Да я не помню, вдруг я в дырявых. Смотри, раз. Опача. Все. И ложечка. Удобная вещь. Кать, вот почти такие же, как ты этот. Ну, не совсем смотрела. Такие. Ну, согласен, да, разные есть. Уха интересно. Все, хайгуй, побежали. Все. До свиданечка, до скорого. Хорошего дня, всего доброго. Мужу привет. Так, так, так. Вот это? О, что тут? Тоже что-то полезное, да? Оригинал, как бэк, всегда. Вот, все. Тампон родной. Какие, ну, какие. Ух, тяжелая, ёшкин кот. Что от нашего чайника? А это тоже интересный такой себе. То же самое. Прямо это чудо. Мамоне плач. Здоровенькие были. Здравствуйте, здравствуйте. Опять без главного. Счастливенько. Здравствуйте. Опять без главного, да. Да ей холодно сейчас, тем более. Смотрит, ну, уже привыкли, что с главным всегда. Ну ничего, пусть сидит, она уже у бабушки больше любит. Ей там счастье. Уже скоро бегать будем. Да. А вот когда уже начнем бегать, тогда уже будем вместе выкатываться. Хотя ты знаешь, как с ними заходить, это же... Съемками не пахнет, просто одна большая радость. Ох, машина какая, Сережа, старинная. Катя, ты что? Она весит прямо, что ты. Машина, кстати, приехала из Германии. Да, немецкая? Да, здесь. Ты что, первый Мерседес. Очень железная. Шикардос. Я хочу вот до угла дойти. Да и... ладно, все, ребята, крепкого здоровья. Давай, идем, куда ты хочешь. Просто дойти и пойдем уже потихонечку. Я думаю, что мы сейчас с тобой... Ох, какой пудель красивый. Дойдем вот так вот, а потом как побежим? А который час? Опять куда-то лететь. Да я контролирую, без 15. Угу. Вон тоже посуда, ты бачишь, какая разнообразная. Какая хочешь. Ты же там как раз хотел пинцетики глянуть, да? Какие? А ну, вот это ты молодец. Точно. Уже готов был бежать, даже не уже готов не был ждать. Бежать. Уже и... я видела. Здравствуйте. Намылил. Уже готов был бежать, а потом вспомнил, что пинцеты. Давай, надо те для костей интересные. О, тоже что-то с Африки приехало. Колумбия? О, смотри, какая именно. Прямо коллекция. Согласен. У нас есть вот эти вот байдарочники одни тогда, такие. Витя, ага. Да. Шикарную вещь.
Сюда к ребятам хочешь подойти? Сереженька, ровно. Ладно, идем. 10 минут. Сапоги. Доброго здоровья. Здравствуйте, салюты вам. Что, часы на месте, все нормально, да? Люди приносят, люди уносят. Ой-ой-ой-ой, посмотри. Это Одесса. Да видно, что да. Обалдеть. Чпок. Работают? А чего ж нет? Да они за это я замерз да просто. Ты? Да у меня рука замерзла, извиняюсь. Я же не на тепленьком сижу. Ты посмотри, какой шедевр. С дюхом. Ага. Каких-то 1500 сейчас. Там ты что? За такое, да? За такое это тоже не деньги, конечно же. Сделать кому-то приятно. Вот Валерии бы такие пошли. Какому? А что у нас Валер много? Нашему Валерию. Он же носит там пинсне. Эти точно не вывалятся, да. Зато все знают, что я теперь умный, елки-палки. Он энциклопедию себе купил. В тот раз с чайником бегал. Ух ты, что, смотри, какая. 20-й. Ага. К твоему чайнику практически. Да не, хватит мне и чайника уже. Часы. А где там есть? Хочешь побудь здесь, я сейчас быстренько гляну. Или идем вместе со мной, чего нет? Тебя же все равно рыбалка не интересует. Что, вот сюда надо идти. Перейти дорогу надо. Хотя там уже, наверное, собираются или собрались. А ну, сейчас. Вот они. Что такие, есть? Такие есть. 20 гривен, цена не поменялась? Здравствуйте. Конечно, не поменялась. Да ты что, Катя, берем на все елки-палки, давай гроши. Можно даже забрать все. Да не, мне столько не надо. Я же их не перепродавать, они одинаковые. Хирургические, какие-то ага. Красавцы. Ребята, те, кто там любят рыбу, вот эти вот самые это лучшие. У нас их много, а вот это именно шедевр. Как они цепляют косточки, любые, даже из селедки можно выдергивать. Давай возьмем парочку, 2-3. Ну возьми и Толику на работу. Хорошо, так вот я вот два и возьму. Все, ё-моё. Деньги готов, давай. Я ж тебе книгу купил, а ты мне этот... Давай, пинцеты. Я не могу, пока ты у меня фильмоскоп не заберешь. Вот ты балованная сегодня стала. Очень балованная. Да, очень. Прямо. Надо что-то с ней делать. Да ему грех жаловаться. Как по старокольски походит, так и все балованное. Тебе сколько, 50 сразу же хватит? Давай 50, конечно же. На сдаче все лезвие купи. Может, хоть ноги в порядок приведешь. Серёж, да. Ну хватит уже. Ну, а, уже, лет уже даже ничего смешного нету в твоих вот в этих вот фразах. Почему же нет? Да потому что нет, уже сам. Мало того, что балована, так еще и вредная стала, елки-палки. Вот же разошлась. Все. Телепередача на сегодня закончена для тебя. Ну все. Конец. А трубочки какие? Ну осталось только закурить и стрельнуть, елки-палки. Все, блин, ты что? Или бросить. Я ушла, Сергей. Давай, мы тебя уже и не хотим пока видеть. И все, давай, чао, какао. Все, до свидания, спасибо. Спасибо. Ты что? Зубную щетку ищешь? Я тебе нашел. А что ты? В цирке всем так делают. Вот этой. Мотоциклы, машины. Ты такой хам. Часы, монеты. Катя. О, да я тебе любя, сапоги нашла, елки-палки. Серёж, я смотри, любя... Шо? Габельеновые сапоги. Вот это? Тебе точно надо. Не, я думал, ты себе, я хотел тебя уже остановить, сказать, ты шо? Так, ну все. Разводиться собралась, елки-палки. Я бы хотелось еще пройтись, мне хотелось такое бы. Такое одевать. Но надо, к сожалению, бежать. Друзьяки, от всей души, с хорошим настроением для вас. Сегодня буду читать книги. И выщипывать кости. Да подожди, ты идем пройдем. Какой? Подожди, мы же дядя Дима еще собрались. Давай, поехали. На, выключи. Ё-моё, ты что, иди снимай, как я тороплюсь. А-а-а. У меня же этот, блин, что? Как это? Тиски надо завести. Уже не буду, хотя в таких кедах можно и погнать, ёлки-палки. Все, не буду. Давай, беги. Ого, какой, смотри. Что? Да что за шланг такой накручен? Это что, телефон старинный? Вот он. Что куда вставлять? Не знаю. Молоточки зачетные. О. О, да я столько не подниму. А, я думал, ты за ты штангу знаешь, эту. Что это? Ух,
ножкинку оторвать не могу. Сереж, смотри, чтобы я потом тебя не лечила. Лучше. Все. Так оно у меня там чуть-чуть ниже жопы находится, блин. Чуть-чуть не вылезло. Геморрой ты имеешь в виду? Рыбу жарить будешь? Когда-нибудь буду, да. Сережка, смотри, какие рога. Тебе точно надо. Ох, ё-моё. Да. Стань все равно не на голове фотографируй, иди сюда. Они же сейчас получатся на голове ниже уровня. Иди обойди человека, что, слава богу, не будет. Дай хоть потрогаю. Ты что? Обалдеть. Ты что, два? Катюша, да не вывезешь, ёшкин кот. А что я? Нет, столько пить с него. Вот это шедевр, блин. Это проходит мама, сын и отец. То есть трёх проходит. Это при мне сейчас. Папа говорит, тебе не надо рога. Не поликонтору, ёлки-палки, ты что? Не, авоська нормально на них висит, ты посмотри. Не, ну это именно коллекция. И что вот почем эти? 5000 за два. За два, елки-палки. А ну посмотри вот эту вот ручку. Сейчас, да. Это. Какую ручку? У нас уже есть ручка. Вот это? Да. Ну у нас уже есть. А, уже есть. Да. Совка нет, он совок надо. Да вон где-то я лопату черпалка, только что видела для этого снега. Да где? Вот здесь ты ее видела. О, тебе надо. Да. Лопата для снега. Это покупаешь рога, лопата в подарок. Все, еще и за тараньку можно потрогать. Да, очень-очень приятно. Да ты что? Ну, как это? Ну, чтобы они у вас продались. Спасибо. Ага. Так, что еще? Все, летим. Не, блин, тяжелые такие, кошмар. Да? Да. Где машина? О, мы это сколько-то козлиха должна была ему измять, чтобы у него такие выросли, ты а понимаешь? Откуда, интересно, это пошло? Вот а, дворик какой красивый. Нету времени, да, Сергей, нету времени. Та, эх ты, ребята, будете летом по барахолке гулять, вот сюда и зайдите, кайфанете. Это самый красивый каштан в Одессе. Каштан над городом цветет, наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу. Шо? А, самовара дали. Эх ты, блях-мух, поехали. За всю Одессу, вся Одесса очень о, велика. Смотрите, воспитался наконец-то. Ну и молдаванка. В какашку не станет своей. И пересы обожают Костю Марика. Эх, Сережка, ай, Сережка. Б, давай, дядя Дима, встречай. Ой, блин. Оператор снимаешь? Снимаю, Сережа. Ребята, что машина времени? Не Лексус, а машина времени. Только были там, теперь уже здесь. Молдаванка, Таирова, короче. Что, в руки взять или прямо так нести в коробке? А если выпадет? Ладно, что тут у нас? Просто шевели поршнями, Марата, Сережа. Топор, 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 тиски. Дядя Дима, идем к тебе. Что ты такой серьезный сделал? Ты думаешь, что ты мне сказала, обидно или не обидно? Ты как это? Я же еще не почитал книгу, так что ты не этот. Что такое поршни? Тихо, головой не гибкий. Шевели поршнями на меня. Ну, наверное, если бы ты мне сказал, то я бы подумала, что это обидно. Ой, чуть не упала. Да ты что? О, вон лопата для снега. Как? Да что? Лопату надо покупать, когда снег, елки-палки, а не... Так ты же сказал, что мы в прошлый раз не купили, и ты теперь бедный обделен. Так все, теперь мне уже и не надо. Рыбалки. Ты что? Может, у дяди Димы есть маленькие батареечки такие? Дядя Дима хоть есть? Есть, есть, вижу, открыто. Ой, холодно. Какие маленькие батареечки? Ну, такие крошечные. А для чего тебе надо? А мне надо там в одну штучку. Что это за одна штучка? Тихо, у него там очередь. Смотри, кто к тебе пришел. Здрасте. Кто крайний? Блях-муха. Здоровенькие были сегодня на Староконном. Салют. Ребята, дядя Дима собственной персоной. Ты шо, у тебя, конечно, тут коллекция. Я вот пришел со своим маленьким, но любимым барахлом. Короче, сейчас. Вот это вот.
Нет, он это, дома все пособирал. Смотри, какие они хорошие. Это вот на январке делали, моя мать их принимала. Серьезно? Да, так что. Блин. Ты мне про них не рассказывай. Все, не рассказывай. Я просто хоть какие они каноливые, елки-палки, ты что? Да. Так что дядя Дима сделает из них шедевр. Это вот топорик. Да, да, это я видел. Им, да. Хороший. От Марии Ивановны. Да, Майя Ивановна. Да. Майя Ивановна. А это вот получается ее Игорь. Да. Делал вот такие вот топоры. Это Маратика. Угу. Я говорю, собираюсь взять Диме. Он говорит, Серега, возьми и мой, короче. А, что с ним? А я не знаю. Ну, его поточить. Наточить его, где-то полирнуть его и хватит, короче. А этот топорик мне с Харькова приехал. Он мне все время возле рынды в дереве был заточенный. Ага. Посмотри, какой, что-то интересное. Все. Какая-то прямо хендмейд ручная работа, она ручка крутится, то ли это голова тут крутится. Ну, короче, у него все раскручивается, видишь? Ну, ясно, это трансформер. Согласен. Ты что? Димочка, да. Конечно, что этот топор делает, блин, тот здоровый, короче, елки. Да, ты видел, как я этих кабанов, карпов долбил? Скоро карпов с пнем будешь, все вместе. Он именно рассекает. Покажу, у тебя есть что-то отреставрированное, то, что ты... Отреставрированное? Или ты уже все раздал? А ну... Так ты зайди сюда. У него же там фотографии, ты же видел? Сейчас, шляпы новые, Катя, грабли, короче, иди, к весне иди, готовимся. Что это? А ну тихо, не показывай, давай. Сейчас, подожди, сзади. Ты себе на глаза? Все нормально, ё-моё. Слышишь, мы что, на вечеринку собираемся? Пипец, сейчас будет фотка такая. Да? Я такой обалдеть, ё-моё. Смотри, что мне дали на реставрацию. Давай. Сейчас, подожди, просто отдыхает. Нет. А, шляпа твоя? Да. Дай мне хоть зеркало посмотреть. Да я тебе говорю. Да вы хотите уже, я тут замерзла. Кать, да у тебя сейчас встанет, елки-палки. Зорро. Зорро. Что это? Я не знаю, что... Ох, обалдеть. Да ты что? Мне нужен конь срочно. Конь? Дима, у это что-то... У тебя есть конь, ты забыл? Это что-то очень интересное. А это что? А ну подержи. Карамульту. Карамульту? Бультуш, муштуш. Харабаштанавере. Харабаре. Харабаре. Чоларям салют. Какая там песня взора была? А? Что ты дергаешься, как будто бы... Так как будто бы я на коне. И как мне в этой шляпе? Нормально? Слышишь? Ай-яй-яй. А не, это не то. Проказник. Не то пальто. Слышишь, ну так я по барахолке еще не ходил. Вот это шедевр. Это слушай. Вот на реставрацию отдавали, видишь, то все было страшное, черное. А, это ты уже отреставрировал? Да, да. Слушай, а ну дай хоть людям без этой фантомаски посмотрю сам. Ладно, шляпа, а ну идем на солнце. Катя. Димочка, ты, я думал, я лучше всех полирую в Одессе. Нет. А что ты отполировал? Я вся полируешь, а я сам. Блин. Смотри. Вот это шедевр. Хорошая. Ай-яй-яй. А где ее этот? Ножны. Слушай. Звук какой. Чбунь достойный. А ну спроси, типа, как тебя зовут? По-английски. What is your name? Ковбой. Ковбой Мальборо. Хаггис. Хаггис, помнишь, да. Реклама? Или этот, Uncle Ben's. Ага. Сегодня позвонила Людмила, которая увидала за сапки. А-а-а. И та сапка ей маленькая, она говорит, я еще хочу. Да ты что, Людмилочка, спасибо Людмила, вам огромное. У вас не только аппетит, так еще и огород растет. О, а скоро же весна, я же говорю, ты там готовишься, грабли сейчас начнется такое. Ты шо, я уже жду не дождусь. А вот, смотри, для цветочков. Ну это вообще шедевр. Ручная работа. Справа, таки слева. Скажи мне, нам же такая тоже понадобится. Обязательно. Возле клубники, а тебе там уже пионов вышивать. Ёшкин кот, ты шо? Сережа, мне так холодно. Дядя Дима, дай тебе шляпу кожаную? Нет. Потрогать. Обними меня покрепче. Она же тепленькая, елки-палки. Ты шо, братик, что случилось? А, вот же дела. Вот такую ты видел, это сеять. Вот. Да, 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 Боровский, это прошелся вот так вот. Да, и все. И такая сапочка она... классическая есть. Ты что, держи вот это, чтоб да, я... Да. А то мне, я уже аж очень влюбился уже. Не, это под реставрацию. Да ты что, а те топорики, хотя я людям на видео показывал фотографии. Телефон дяди Димы, может, надо кому-то что-то.
из этого всего или отреставрировать. Вот этот шедевр. Или починить, да? Да. А мы еще и этот, скажи мне. Ой, боже мой. Этот я не продаю, он мой любимый. Сразу раритетный, да? Этот да, не да. продается. Ты что? Вот выложу. Это. Там ты что? Хотя а у меня викинг, тут тоже. Так, это викинги и клуб, как это? Курят, курят и плачут. Викинги, да. Да. Такого уже не было. Ай-яй-яй. Вот это тоже прелесть. Хорошая, приятная. Обалдеть, а. Согласен. Крутой. Так, ты что, лучшее место, елки-палки. Так, тримай по очереди, аккуратненько. Что, а ты мне, если что, на этот маленький... Ручку, да. Да, такую небольшую, мне там как это... Не воробьев гонять. Где-то мяско, где-то мяско подрубить, может там что-то там, не знаю, дровишки какие-то врезать. Для работы, не для красоты. Не, да-да, именно для работы. Так, хорошо, держи, меняемся, да. Где моя гамарджоба? Вот твоя. Да ты шо, ура. Все. Ты что там? О, не так одел, елки-палки. А что ходить не хочется, все такое так, полезное. Да ты что, дракона? Да. Сам вырезал? Обалдеть, да, ты сам посмотри, из японского дерева, елки-палки. А на жопе ж, язык у гадюки. Хороший. Спасибо. Сразу от Елисейки. А мы сейчас едем, завезли его на баскетбол. Мы же быстренько с барахолки, чтобы успеть баскетболиста завести. А он как чувствовал, говорит, а вы куда сейчас едете? А мы говорим, где дядя Дима? А он же расстроился. Говорит, я тоже хочу, я так люблю дядю Диму здесь просто. Ну, для детей это счастье и рай. Все, что хочешь есть. Так, это сюда заберем. Ну все, друзья, от всей души с хорошим настроением. Для вас, дядя Дима. Красиво такие спортят вот эти вот шедевры. Ну, по-нормальному, елки-палки. Не, ну, хороший, да, хороший. Есть, да, кабанчик. Посмотрим, что вот это вот будет. Все, я сказал. Всем пока-пока и до скорых встреч. Чао.